Пестициды увеличивают риск раковых заболеваний, и это не просто пугающие слова. Многочисленные исследования доказали, что химические вещества в пестицидах вызывают рак. Несколько лет тому назад Сан-Франциско садовник Девайн Джонсон судился с компанией, которая производила средства против сорняков. Суд признал потенциальную связь между раковыми заболеваниями и продукцией. По данным экспертов, вредные химикаты являются причиной смерти 200 тысяч человек в год. Мы не говорим не использовать пестицидов, но мы предлагаем уменьшить дозировку пестицидов. Почему? Потому что мы его используем в очень больших дозах. Неправильно мы его используем. Пестицид оставляет остатки в конечном урожае, что в дальнейшем вызывает разные раковые заболевания у людей. Биологический метод защиты растений отличается тем, что абсолютно безопасен для окружающей среды. Поэтому так важно раскрыть эту тему именно сейчас, когда площади деградированных земель растут. Биологически здоровая пища, продукты питания – это, несомненно, конечно, каждая семья, каждый человек это понимает. Поэтому это направление будущее. Есть такие формы, например, растений, которые не повреждаются, или же непривлекательны, или же имеют биологические способы защиты от вредителей. Да? Все наши научные исследования как бы, направлены на биологизацию, непосредственно одним из компонентов является применение испытаний продукции компании Коперт. Эксперты считают, что устойчивые решения компании стимулируют систему самосохранения сельхозкультур. Например, энтомофаги, полезные насекомые и питающиеся вредителями, являются их естественными природными врагами. Применение их в сельском хозяйстве позволяет обеспечить естественную защиту растениям и тем самым снизить зависимость от пестицидов. Это то, что предлагает в данное время казахстанским фермерам компания Coopert Biological Systems. Мы верим и убедились в том, что если улучшить микробиологию, биологическую жизнь почвы, оздоровить почву, то мы получим здоровые растения. И наша вера такова, что у здоровых растений уже появляется натуральный иммунитет против вредителей, а также болезней. И в конечном результате, если будет здоровое растение, у нас получится очень здоровый, больший качественный урожай. Голландская компания Coopert Biological Systems имеет более чем полувековой опыт производства высококачественных средств защиты растений, и это внушает доверие. Прежде чем приступить к работе, в Казахстане специалисты компании провели испытания более чем в 9 областях и в 100 фермерских хозяйствах. Обработали 50 тысяч гектаров. С ними мы работаем уже 5-й год. Первые года мы только использовали микоризу. Увидели отличный результат увеличения корней. В этом году взяли полный комплекс от их компании. Это также и листовая подкормка, внекорневая подкормка и сидспор, обработка семян. Само растение можете смотреть, оно выглядит очень здоровое. Хороший початок, еще набирается он. Я думаю, что здесь минимум 15 тонн с гектара будет. Мы вот с правой стороны от меня, это поле, которое кукуруза обработанная по принципу фирмы Копань. Вот. А слева, которое не обработано. Сейчас я вам сравню. Вот, пожалуйста. Ну, просто вот по величине. По этому, вроде бы, казалось бы, это вот зерне. Вот. Ну, вот это тяжелее, вот, чем вот это. Она намного прям чувствуется легкая. Вот. Я так думаю, если применить новую технологию, я думаю, у нас обогащенная почва будет, и наши урожаи более биологические, более меньше химии. Интенсивное сельское хозяйство приводит к чрезмерному загрязнению окружающей среды, дефициту воды и почвенной эрозии. Это глобальные проблемы человечества, и решение этих проблем требует совместных усилий.